Запорожье. Скоро и понятно. Вчера на Бородинском ребята нашли маячок для высадки десанта оккупантов. Как это они сделали? Как они нашли? Есть небольшой лайфхак, который мы сейчас постараемся вам показать. Смотрите. Смотрите, берем два телефона. Один снимаем, другим наводим на экран. И тогда уже видно, что он там будет мигать. Только нужно два телефона, по-другому не видно. Если так будете снимать, ничего не будет видно. Наводим экраном на экран камерой, и все будет видно. Итак, еще раз. Хотите ночью попытаться найти маячок для высадки десанта? Необходимо взять одну мобильную камеру, начать ей снимать, и второй мобильной камерой снимать экран первой мобильной камерой. Так вчера нашли маячок на Бородинском. Давайте не дадим им никакого шанса. Распространяйтесь срочно, прямо сейчас.